У них такая профессия – один раз в год осенью удивлять. Удивляют организаторы и конкурсанты фестиваля «Киношок» новыми работами, новыми фильмами и новыми фишками. Фишка этого года – «Киношок» шагнет в массы и станет еще ближе. Кинопоказы пройдут на нескольких площадках. В кинозале санатория «Анапа Океан» и в киноцентре «Мир кино» пройдут показы российских фильмов. В этом году после Украины, Республики Беларусь и Киргизии в фокусе – Россия. На Театральной площади в 9 часов вечера ежедневно будут открытые кинопоказы премьерных фильмов «Кино на площади». Конкурсные детские фильмы в рамках «Киномалышок» покажут в киноцентре «Монитор». «Анапа Киношок» – «Анапа» – ежегодный рейс большой команды кинолюбителей и профессионалов и прямая ассоциация, которой любят говорить те, кто знает «Киношок» с первого дня основания. Те, кто были здесь много раз, вы знаете, как мы начинали фестиваль, да, мы начинали с хулиганства. Мы назвали фестиваль «Киношок». Ну, что такое шок? Там все полезли во всякие словари. Что такое шок? Кто-то возмущался. Что типа, что такое шок? Мы к вам приросли. Не знаю, как вы к нам. Ну, не меняют родину. Вы наша родина. Поэтому уже, когда я в сканворде читаю в самолете, так, город-курорт на Черном море, где проводится фестиваль «Киношок». Ребята, это уже слава. От анапчан гостей курорта приветствовала заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова, отметив, что «Киношок» вошел в тройку больших праздников города в сентябре. На этой неделе Анапа отмечает несколько праздников. Один из них в субботу – это будет День города. А второй праздник – это мы отмечаем 71-ю годовщину освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, традиционно наш курорт встретит один из самых ярких, один из самых представительных кинофорумов на постсоветском пространстве. Это открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии «Киношок». В этом году киношоковцы вернутся к старым традициям, продолжат закладку «Аллеи звезд», будут и новые, создадут комплекс «Стену с отпечатками рук кинотворцов». Интересное встречное предложение от власти города-курорта. Я хотел бы, чтобы этот фестиваль был особенным в каком плане? Чтобы вы еще больше почувствовали нашей любви. А для этого вы побывали среди обычных, простых людей. В общем-то, вы всегда так делаете. Ну что наметил глава, что он увидел сам, что ему понравилось, и он все время говорил на этих встречах с людьми. А давай это покажем киношоку. Например, то, как работает у нас обычный сельский юровский рыбзавод. А также он хотел бы, чтобы вы попали снова на виноградник, как это было раньше. Когда мы проводим какие-то мероприятия, то очень часто показываем фотографии, и люди ими гордятся, где они вместе с актерами. Эти фотографии всегда как такие ценные реликвии, и все всегда нам их подсовывают. Пожалуйста, вот покажите, вот когда фильм о человеке делаешь, чтобы вот было видно, что я с таким-то актером сфотографировался. В этом году будет очень красивый прием от имени главы в вашу честь. Очень хочет глава, чтобы вы эту народную любовь увидели и почувствовали. Что очень созвучно с основной идеей киношока в этом году. Гости фестиваля, актеры находились непосредственно в городе. Предусмотрено большое количество различных, в том числе развлекательных мероприятий. Вот они есть в плане и расписание всех мероприятий. Одна из сентябрьских южных ночей в рамках фестиваля превратится в «Ночь пепла». Многосерийный фильм режиссера Вадима Перельмана «Пепел» покажут за одну ночь. Из сюрпризов киношока 27 сентября в акватории Анапской бухты пройдет потешная парусная регата с участием артистов театра и кино. И в этот же день в 20 часов в городском театре состоится вечер памяти народного артиста РСФСР, русского писателя и кинорежиссера Василия Шукшина.